День Снегури. Так, стол по плану сюда. Хотя нет, лучше сюда. Что у нас дальше по списку? Вечером я научу всех зажигательному зимнему танцу. Зимнему танцу. Летающих подарков в плане нет. Это от бабушки. Любой подарок. Как это? Любой? Именно. Я читала про такие. Любой подарок выполнит любое желание того, кто его откроет. Здорово. Можно пожелать все, что угодно. Самое красивое в мире платье. Или нет, 5 самых красивых в мире платьев. Лучше ручку-отличницу. Она сама за тебя всю домашку сделает. Или пижаму-невидимку. Никто тебя слишком рано не разбудит. А я всегда мечтала о ледяных туфельках. Или о волшебной шале. Она сколько угодно тянется, и ей можно укрыть всех друзей. Помечтали? А теперь за дело. Волшебные пряники. А у меня высокая кухня царства семи вершин. Рисовые звездочки с карамельной начинкой. Кощей Кощеич, можно? А у вас еще остались открытки-летушки? Хочу позвать на праздник всех-всех наших друзей. Конечно, вот. Получивший такую открытку моментально окажется там, куда его пригласили. И, кстати, они очень неплохо летают. Лови, лови! Кощей Кощеич, она куда-то пропала! Ничего не понимаю. Все у них наоборот. Зима летом, пикник на холоде. Интересно, а что Аленка все-таки выберет, когда откроет любой подарок? Любой подарок? И как такую вещь детям доверили? Загадают же ведь глупость какую-нибудь. Надо его спасти. И загадать что-нибудь дельное. Открытки-летушки, летите, подружки. Зовите скорей на елку гостей. В зимнем небе стая открыток. День Снегури наступает. Теперь ты в надежных руках. Баба-Яга! А ну стой! Отдавай любой подарок! Я бы любой другой не отдала. А уж этот любой, тем более. Что за праздник без погони? Поймала! Поймала, но не ягу! Летающая карамель? Подарок утащила и угощение слопала! Пока! Даша, можешь направить стаю приглашение на ягу? Могу! Останьте! Хватит меня приглашать! Мой подарок! Ура! Да! Праздник спасен! Скорее в школу! А коврик-то, кажется, замерз. Ой-ой. Нам теперь до вечера обратно топать. И открытки сбились с пути. Молодцы. А знаете, чего... Где же ребята? И гости опаздывают. Да не волнуйтесь вы так. Гости скоро будут, а ребята, наверное, готовят Аленке... Аленка, мы здесь! Да вот же они. Мы летели за Егой, а потом коврик замерз. И мы такие, вжух! Было круто! Потом шли целый день. Зато вот, спасли любой подарок. Можешь загадывать свои туфельки. Ребята, главное, вы сами целы. А подарок я потом открою, когда гости придут. Гости? Но гости не придут. Мы все открытки на Ягу истратили. Мы хотели вернуться и сразу послать новые приглашения, но не успели. Значит, никто больше не придет? Кощей Кощеич,
А любой подарок может исполнить любое при любое желание? Любое может. И при любое тоже. Ну, тогда я знаю, что загадать. Как думаешь, шаль? Нет, думаю, туфельки. Хочу, чтобы здесь сейчас же оказались все, кому я отправляла приглашение. Шестилапик! Сработало! Профессор! Прянички! Ура! Это будет лучший праздник в моей жизни! Можно подумать, вы мне не рады. Я по приглашению, между прочим. Ой, щекотно. С днем, Снегури! Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Капризика. Великанская морковка! В 33 раза крупнее обычной. С такой морковкой мы точно возьмем главный приз на волшебной ярмарке. Лучший фермерский продукт года! Сейчас я вытащу самую большую. Глядите! Такой морковкой и гномика не накормить. Если бы был конкурс «Худший фермерский продукт года», там бы точно выиграли. Ну как же так вышло? Мы же все делали по методу великанов-садоводов, а ярмарка уже завтра. Нам ни за что не успеть вырастить новую морковку. Главное, не вешать нос. Мой папа говорит, даже из кислых ягод можно сделать варенье. Но у нас из ягод только морковка. Это такая мудроземская поговорка. Она означает, что даже трудную ситуацию можно повернуть себе на пользу. Так, так, так. Раз у нас только день, посадим то, что за этот день успеет вырасти. Капризику! Даша, ты что? Вырастить капризику по силам только профессорам ботаники. Она же жутко капризная. И вырастает, где ей вздумается. А если ее сразу не полить, тут же сбегает. На солнце сохнет, от ветра вянет. Зато у нее такие вкусные ягоды, что с ними мы запросто выиграем в конкурсе. Как только увидите росток, лейте на него всю воду, а то сбежит и ни в каких сапогах-скороходах его будет не догнать. Вот он попался! Геройский прыжок! Все во двор! Приготовить лейки! Как сквозь землю провалилась. Ну все, о конкурсе можно забыть. Ни за что. Росток просто ищет подходящее место, чтобы капризика стала выше и вкуснее. Разделимся и найдем его. Если росток вырастет среди цветов, капризика будет еще слаще. Если у реки сочнее. А если у яги, то она нам его не отдаст. Маринованные пенькие. Тушеная крапива. Все лучшее из книги лесных рецептов «Отборная жуть». На волшебной ярмарке будете главной сенсацией. О, не как капризика. Сейчас мы тебя... Если Ига ее польет, капризика останется с ней навсегда. Молодец, Аленка. Ну и подумаешь, не нужна мне такая капризуля. Вообще-то из меня садовод так себе. У нас в царстве семи вершин, на вершинах только мох и растет. Но мох совсем не капризничает. Не то, что это. А, капризика! Да, Ливан, ботанику тебе придется подтянуть. Это же просто земляника. Ага, ну теперь-то точно поймаю. А это чертополох. Ну что ж, он храбро сражался. Вот она, на холме. Жди здесь. И смотри, как действуют настоящие мастера садоводства. Василиса! Мы ее почти догнали, а из-за меня все пропало. Мы что-нибудь придумаем. Да что можно придумать? Воды-то не осталось. Ни капельки.
Одна все-таки осталась. Семивершинскому мху, чтобы напиться, достаточно одной капли росы. Может, и с капризикой так получится. Это выше всех моих ожиданий. Ага, и всех деревьев. Капризика! Думаю, мы ее больше не увидим. О, ура! Теперь победа у нас в кармане. Смотрите, ей так жарко на солнце, что она сбрасывает с себя листья. Срочно нужен тенек. А на небе не облачко, только камни. Васка, здорово придумал! Смотрите, чудеса ускоренного созревания. Ловите их! Если ягода наткнется на камень, то лопнет! Нам ее не остановить! Попробую управлять! Номер с мечами! Осторожно, камень! Чертополох! Ура! Отныне мы профессора ботаники! Все, больше ягод нет. Лопнули наши надежды. И солнца тоже нет. Оно садится. Значит, до завтра ничего уже не вырастет. Из любой ягоды можно сделать... Не вешайте нос! Я знаю, как выиграть конкурс! Да, жизнь волшебника, как капризная капризика. Никогда не знаешь, что она преподнесет и выкинет в следующую минуту. Как говорится в нашей кощейской поговорке, в любой ситуации можно что-то придумать. И из кислой ягоды получится варенье. Или из лопнувшей. Пеньки маринованные, хрустящие. Салат из крапивы, нежность в каждой ложке. Решением высокого жюри самым вкусным фермерским продуктом объявляется варенье из капризики. Школа Дивногорья. Перышки оближешь? По второму разу облизываю. Я протестую. Вы не разбираетесь в высокой лесной кухне. Оно и правда очень вкусное. Попробуйте. Тогда вот, маринованные пеньки. Это вам, сама растила. От сердца отрываю. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Новенькие. Ух ты! Настоящий геройский портрет. Смотри, у меня такой же щит, как и у тебя. Оскорбление, уважаемый рыцарь. Обычно я этот щит сам вызываю, а тут он без спроса появился. Ой, сломался, что ли? Надеюсь, эти новенькие любят футбол. А я надеюсь, нет. Страшно даже подумать, что будет, если вы будете носиться втроем. Ну что ты, Даша? Мне они показались очень даже воспитанными. Ой. Да уж, воспитанные. У нас, между прочим, со щитами по коридорам не бегают. Да этот щит сам появился, я не виноват. Ну и манеры. Я эту сон-траву месяц назад посадила. Когда она уже взойдет? Ты вырастательную песенку пела? Да. А радугой поливала? Нет. Ой. Тут нужно землей поколдовать. В нашей деревне... Когда нужно было что-то вырастить, всегда меня звали. Ты точно знаешь, что делаешь? Волшебная трава – это тебе не картошку копать. Тут осторожно надо. Только не испорти там ничего. Аккуратней, пожалуйста. Ой! Эх ты! Я ее месяц выращивала. Помогите, пожалуйста, нам разобраться. Чего тут разбираться? Не надо было лезть, куда не просят. Стоять!
Зачем ты это делаешь? Но это не я. Возможно. А как Ливан все объяснит? Я тоже не виноват. Герои не размахивают щитом без дела. А кто размахивает? Хулиганы? Я не хулиган, я герой. Будущий. Друзья мои, ну что вы, не ругайтесь. Очевидно, что происходит что-то загадочное. У кого-нибудь есть предположение? Может, на мальчиках заклятие? Что ж, возможно. Попробуем его обнаружить. Наш Егорка никогда не ошибается. Заклятия нет. Значит, они это все специально. Да мы просто помочь хотели. Ага, помощники. Да правда? Да-да, правда. Мы-то знаем, что вы это нарочно. Девочки, ну вы опять ругаетесь. Разве так можно? Нельзя никого обвинять, пока мы во всем не разобрались. Мы к директору, а вы живите дружно. Бе. Нам лучше подождать снаружи. Мы слишком опасны для этой школы. Думаешь? Да, видишь, ты так скоро всю школу разрушишь. Как настоящие герои, мы должны спасти школу от самих себя и стать бродячими волшебниками. Точно, скитаться в поисках подвигов. И ужина. И что? Вы говорите, их нигде нет? Мы с профессором обыскали всю школу, Кощей Кощеич. Мы должны немедленно их найти. Девочки, вы остаетесь здесь. А мне кажется, просто мальчики на нас обиделись. Ой, да глупости, чего им обижаться? Не знаю, но что, если они из-за нас ушли? Давайте их поищем. Но нам же сказали оставаться здесь. А я думаю, мы должны их найти. Пошли. Я не нашла. И я не нашла. А, девочки, а кто малины хочет? Соня, мы что, за малиной сюда пришли? Ой, смотрите, камушек висит. Еще один. Соня, догоняй. Здесь камни какие-то летают. Сюда, скорее! Я нашла их. Что вы тут делаете? Ничего. Эй, ты чего? С кем ты там разговариваешь? Да тут девчонки прибежали. Давай руку! Героям помощь не нужна! А? Быстрее уходите, здесь опасно! Вы слышали? Уходите быстрее! Мы никуда не уйдем! А? Извините нас! Мы были неправы! Давайте руку! Мы вас вытащим! Эй, Васка! Ладно, так и быть! Пусть вытаскивают! Спасибо. Это было очень геройски. Осторожно! О, смотрите! Мое волшебство снова работает! Это называется автоволшебство. Очень редкое явление. Такое происходит, если волшебник сильно расстраивается. И тогда его магические способности утрачивают свою настройку. Да, ведь они потеряли и школу, и друзей. Тот, кто хочешь, расстроится. Вот именно. А вы встретили их не очень-то гостеприимно. Кощей Кощеич, а это правда, что они в своей школе спали на деревьях? Да, совершенно верно. И мы попробуем их удивить. Вот, чувствуйте себя как дома. Обещаю отныне защищать Дивногорье, как свой дом. А я чёрт сплю на верхней ветке. Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Волшебная музыка. Сто лет я ждала этого. Утром солнце перейдет из фазы козлорога в фазу трубадура, и я наконец-то выступлю. Главное, не проспать. А эти-то ничего не подозревают. Да ну их!
эти уроки музыки. Что толку учиться играть? Это же не волшебство. Ты просто не выучила свои ноты, вот и ворчишь. Да что там их учить? Бам, бам. Можно потише? А чего тебе-то волноваться? Наверняка ведь все на зубок знаешь. Если не высплюсь, я могу плохо сыграть свою партию. Ой, проспала. Дурацкий будильник. Что ж ты не сработал? Нет, все на месте. А Кощей-то, наверное, даже и не подозревает, что его трембита пропала. Кража века. Сейчас я вам устрою. Пятый листабрь — круг дракона. Солнце в фазе трубадура. Неужели уже прошло 100 лет? Куда же она подевалась? Я же точно помню, что спрятал ее здесь. Специально рядом с волшебной музыкальной энциклопедией. Ну-с, начнем. Постойте-ка, это же... Всем, наверное, интересно, для чего мы здесь собрались. Вам крупно повезло. Теперь вы будете учиться в школе вредностей имени Бабы-Яги. То есть меня. Давай-ка, приведи сюда остальных. Да не бойся, никто ничего не может сделать. Ай да Кощеева трембиточка. Всех-всех заколдовала. А вот и ваши новые учебники. Покостинника, Ехидния, Злонометрия, Интриговедение. Вот, вредноматика. Для начала вот вам задание полегче. Что-нибудь испортить. Где же директор? Кощей Кощеевич. Волшебная музыкальная энциклопедия. Это же то, что нужно. Засыпательная, зажигательная. Вот очаровательная музыка. Так вот как Яга всех заколдовала. Да где же? Где обратное заклинание? Музыка от икот, щекотные песенки. Нет, не то. Уметь хорошо дразниться — это целая наука. Вот, смотрите. А теперь вы. Да, вяленько. Двойки вам всем. А, кстати, где остальные? Под этим знаком раз в столетие трембита силу все берет. И тот ее преодолеет, кто сам к ней с музыкой придет. Ага. Это еще что? Ты как посмела расколдоваться? Сейчас я это исправлю. Девочки, играем! Ах, злодейка, ты что делаешь, а? Ой! Вот
она. Сила волшебных инструментов. Я смотрю, урок музыки проходит с большим успехом. Молодцы, чарующая музыка. Не могу перестать танцевать. Ладно, ладно, всем пятерки. А вот и моя трембита. Спасибо, что нашли. Вот дождусь захода солнца и такое соло сыграю. Вы даже не представляете. Что? Все-таки музыка — великая сила. Хотя барабаны немного запаздывали. Мы отрепетируем! Такой концерт устроим! Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Колдуем вместе. Ну почему нужно просыпаться каждое утро? Я так не говорю. Варя, перестань хулиганить. Ты всем мешаешь. В сегодняшнем расписании время на веселье не запланировано. Ой, похоже на Дашку. Так, достаточно. Успокойтесь. Очень своевременное и точное замечание, Варя. Прошу прощения, Марлен. Это я так, ради веселья. Тогда тебе точно понравится сегодняшний урок. Он очень веселый. Мы будем изучать заклинание слияния. С его помощью две волшебницы могут объединить свою магию и наколдовать нечто неожиданное и забавное. Сейчас я разобью вас на пары. Вас пятеро, поэтому кому-то придется работать со мной. Только не это. Лучше тренироваться там, где вам никто не помешает. Ну, пойдем, напарница. А? Бе? Стпым? Что за стпым? Дурацкая книга. И зачем я ее украла? А ты молчи, тебя не спросили. Украла, значит, нужно было. Это же книга заклятий Мудроземья. Ну, я так думаю. Ну и что, что прочесть не могу? Выучу их язык и... Вот же, вот! Она ведь из Мудроземья! Ну и зачем я буду учить их язык? Силу дружбе подчиним, волшебство объединим! Что это? Это жидкий лед. О, как вкусно! Ура! Мы заставили их танцевать! С тобою, вдвоем, заклятие. Ты как-то невыразительно читаешь. С тобою, вдвоем, заклятие прочтем. Угу. А говорили, будет весело. Что? Говорю, с тобою, вдвоем, заклятие прочтем, силу дружбе подчиним, волшебство объединим. Постой, надо вместе читать. Так и должно быть. Варя, почему ты превратилась в меня? Даша, ты чего? Это ты в меня превратилась? Мы поменялись телами. А как нам поменяться обратно? Даша, мне нужна твоя помощь. И нет, это не просьба. Стойте! Вернитесь! Даша! Варя, я спасу тебя! Вкусно! Здорово колдовать вместе. О, Варь, ты чего так несешься? У нас не получилось заклятие. Мы поменялись телами. А потом появилась Яга и схватила Варю. Она думала, что Варя — это я. Мы должны спасти ее. Варь, ты говоришь точь-в-точь, как Даша. Еще лучше, чем утром. Да я и есть Даша. Вот это розыгрыш! И как это у тебя получается? Очень талантливо. А где Марлен? Не, ну с Марлен у тебя не выйдет. Почему? Она же помнит, как ты утром Дашку передразнивала. И ее, кстати, тоже. Ты не Даша? Нет, я Варя! Варя, Варя! Ну вот что, хватит. Ты же из Мудроземья? Мне тут книгу одну старинную подарили. Уверена, что тут собраны отличные заклинания. Давай, переводи, что тут написано. Не буду. И вы меня не заставите. Неужели? Как это... Она ко мне прилипла! Переводи давай!
Тогда сниму заклятие. Стой! Ты же порвешь ее! Ну что ж, не хочешь — заставим. После маленького заклятия щекотки кто угодно будет слушаться. Ура! Ты пришла спасать меня! А ты что здесь делаешь? Из-за тебя отличное заклинание щекотки в метлу улетело. А книга-то вам зачем? Смеешься? Сейчас я над вами посмеюсь. Видишь, молодец какая. Пообещала и смеется. Дашка, спасибо тебе. За что? Ну как? Не бросила меня, спасла. Ой, да ладно. А ты что, разве бросила бы? Ну, конечно же, нет. Даш, а что, в той книге и вправду были какие-то страшные заклятия? Это была книга анекдотов. И мы не помогли. Не поверили тебе. Отправили к Бабе-Яге в одиночку. Да уж, не очень веселое получилось занятие. А можно нам уже как-нибудь поменяться обратно? Да, конечно. Для этого нужно прочесть последнюю строчку заклинания наоборот. Попробуйте. Мини-деба Авзбешлов, мини-чдоб Ебжурт Улис. Варя, Даша, вы овладели заклинанием на еще более сложном уровне. Поэтому за работу в паре ставлю вам отлично. Подождите, подождите. Не получилось. Я все еще Даша. Ну и лица у вас. Варька, хватит уже всех разыгрывать. Привет, мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Секрет. Хоп! Мастерство растет. А зеленый цвет мне как? Тебе лучше нежные оттенки. Голубой, молочный. Они тоже популярны. И тебе пойдут больше. Я же просила. Невозможно сосредоточиться. Что же нам теперь, шептаться, что ли? Да ладно тебе, Дашка. Мы тут и так стараемся, на цыпочках ходим. Девочки, я такой смешной сон видела. Перестаньте. Пожалуйста. Это я, что ли? Я, оказывается, вот такое умею. Ура! Ой, сейчас. Оживитесь. Разомрите. Двигайтесь. Очнитесь. Что же делать? А, нужно бежать за помощью. И хоп. Здрасте. Даша, ты куда так спешишь? К учителям. Ой, Марлен, как хорошо, что вы уже вернулись. Что случилось, Даша? По-моему, ты очень взволнована. Понимаете, все дело в новой способности. У меня открылась новая способность. Так это же очень хорошо. Покажешь? Да, но не все так просто. Они же шумели. Туда-сюда, туда-сюда. Я просто сказала. А они раз, и как обратно, не знаю. Подожди, подожди. Ничегошеньки не поняла. Где? Что туда-сюда? Вот. Если б я знала, я бы как-то поудобнее. И как их назад теперь? Раз получилось в одну сторону, должно получиться и в обратную. Пойдем-ка, я хочу тебе кое-что рассказать. Оставить их в таком виде? С девочками ничего страшного не произойдет. А вот тебе надо успокоиться. Девчонки, потерпите немножко. Я скоро вернусь. Профессор, вам не кажется такая тишина несколько странной? Ну а что? Девочки занимаются. Хотя, согласен, немного необычно. А? Чутье вас не подвело, господин директор.
Да нет же, это просто шутка. Это не шутка, профессор. Так, а где Даша? Девочки, где Даша? Дашу надо найти. Ей может угрожать опасность. Господин директор, но нужно же освободить девочек. Мы не можем вмешиваться в волшебство, природу которого пока не понимаем. За мной, профессор. Девочки, мы скоро. Ты отличница. Ты занимаешься, трудишься. С другой стороны, данное тебе от рождения волшебство пока не проявляется, и ты нервничаешь. Заметно, да? Не переживай. Через это многие проходят. Хочу сказать, что тебе повезло. Неожиданный стресс активировал твою способность. Ничего себе, активация. И что же, я могу использовать свой дар только при стрессе? Нет, стресс просто помог ему проявиться. Теперь твоя задача – научиться управлять волшебством. Господин директор, другого варианта нет. Вы думаете? Конечно, это Баба-Яга. Она заколдовала девочек и похитила Дашу. Бежим скорее. Я, как и ты, училась в школе для волшебников и тоже долго не понимала, какой у меня дар. Но вот как-то раз, гуляя, я наткнулась на целый клубок змей. Ой, боюсь змей. Вот и я ужасно испугалась и от этого взлетела в воздух. Вот так я впервые научилась летать. Господин директор, вот они. Это же Марлен, профессор. Эта яга превратилась в Марлен, а наша Марлен еще в отпуске. Но как вам удалось спуститься? Сначала не получалось. Долго болталась в воздухе. Потом взяла себя в руки, успокоилась, и все вышло. В этом и есть весь секрет. Хватайте, профессор! Попалась! Профессор, что с вами? Не уйдешь! Даша, с тобой все хорошо? Господин директор, что с профессором? Строить из себя! Наш преподавательский состав! Профессор, я отрежу ей путь к отступлению! Что вы делаете? Перестаньте! Да что ж такое? Сплошная активация! Марлен сказала, нужно успокоиться. Разблокируйтесь! Нет, глупо. Перестаньте! Что? Вот так просто? То же самое сказать? Дашенька, ты справилась. Спасибо вам большое. Я побежала к девочкам. Позвольте, профессор. Но вы же сказали, что Марлен в отпуске. Да? Марлен, вы же в отпуске. Я так соскучилась по школе, что решила вернуться пораньше. Мы приносим вам свои извинения. Мы приняли вас за Бабу-Ягу. Неужели я похожа на Бабу-Ягу? Нет, что вы. Вот и я. Перестаньте. Девочки, вы помните, что с вами было? Все помним. Ты нас замерла. Ой, как сказать-то? Занешевелила. Застолбила. Закаменила. Я очень боялась, что вы обидитесь. Да что ты? Мы тобой гордимся. Ты у нас крутая. Крутая у нас Марлен. Знаете, она как по перилам вверх. Вжих! Как школьница. Даша. Ой. Да ладно, что вы стесняетесь? Нам покажете, как вы это? Вжих! Ну, если хотите. Хотим! Но только чур, это будет нашим секретом. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Шапочка профессора. Итак, подытожим. Волшебник должен быть... внимательным. Так. Серьезным. Дальше. Добрым к людям. Верно. Василиса. Находчивым. Молодец. Варя. Вспомнишь, каким еще? Безбашенным? Ой, бесшабашным. Бесстрашным. Продолжаем тему бесстрашия. Девочки, давайте, давайте. По-моему, все уже владели этим приемом левитации. Сейчас будем изучать технику бесстрашия.
Если вас пугает темная сила, то вы действуете так. Вытягиваете руки вперед. Профессор, извините. Да? А вы сами ничего не боитесь? Ничего. А демонов? Может, оборотней? Да вы смеетесь. Все, продолжаем урок. Неужели совсем-совсем ничего? Девочки, я почетный профессор волшебства. И на экзамене по бесстрашию был лучшим. А если мы вас напугаем? Вы меня? Тогда я съем свою профессорскую шапочку. Я Баба-Яга! Я навожу на тебя ужас! Напугала, напугала! Смотря кого! Я, например, ни звука не издала. Ага, не издала. Зато какие у тебя глазища были! Вы чего делаете? Домашку по страху. Какая домашка? Пошли пугать профессора. Пусть он свою шляпу ест. Весело же. Тихо, тихо. Не оборачивайтесь. Как вам? Мы его из музея взяли. Видите? Колесики приделали, светодиоды вставили. Красота! Только дыма из пасти не хватает. Аленка, сделай нам немного льда, а? Не может быть, чтобы он не испугался. Не страшно. Царевны, верните доску на место. Не страшно. Чем можно напугать волшебника? Чем? Мы уже все пробовали. Неужели у него нет слабого места? Ну, девочки, наш кот, ну, дома, ужас как собак боялся. Но профессор же не совсем кот. Вот именно, он же волшебник. А вдруг? Давайте попробуем. Вот с этим. Заглянем в его окно снаружи. Летающие собаки. Жуть, правда? Но мы же пока только в комнате летали. Даша, считай, это как экзамен. С крыши вниз спустимся и... Пошли! Ну, чего вы застряли? Ой, девочки, я высоты боюсь. Да ладно тебе! Девочки! Даша, держись! Мы сейчас упадем! Ох, как вы меня напугали! А профессор напугался! А профессор напугался! Конечно! Когда Даша закричала... Я просто высоты немного боюсь. А я решил, что вы сейчас разобьетесь. Вы ведь мне все как родные, понимаете? Вы же переживаете за тех, кто вам дорог. Я за братьев очень переживаю. Вот видите... Хорошо, что все обошлось. Но я, тем не менее, должен выполнить свое обещание. Профессор, что вы? Вы вообще вели себя как герой. В окно прыгнули нас спасать. Не нужно есть вашу шапочку. Пожалуйста, мы ведь тоже испугались. За Дашу. Ну что ж, раз так, то мы должны ее съесть.
Все вместе. Ой! Мой любимый торт. Угощаю. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Черная рука. Девочки, хотите, я вам расскажу что-то интересное? Девочки! Не хотите, как хотите. Ладно, завтра вы у меня ахнете. Можно подумать, у нас тут африканская жара. Классные брюки! Я их раньше у тебя не видела. Можно будет примерить? Ты что-то спросила? Извини, не расслышала. Дашка, у тебя брюки цвет поменяли. Мы видели, как ты это делаешь. Девочки, вы чего? Вот, какие были, такие и остались. Ой, а до того красные были. Ну, не знаю, не знаю. Все, точно, это она. Даша, рассказывай быстрее. Ну, пожалуйста. Нам очень-очень нравится. Мы тоже хотим наряды перекрашивать. Ладно, так и быть. Смотрите. Волшебный веер! Всего-навсего домашнее задание. Я его вчера вечером сделала. Им не только одежду, вообще все можно перекрасить. Ой, а давайте Арчи покрасим. Не надо! Да ты что? Так, Варя, давай его сюда. Да ладно, ладно. Девочки, сегодня вечером я иду на бал. Красиво. К такому платью подошли бы черные перчатки. Да пожалуйста. Варя, ты что? На живое нельзя, наверное. Ну, нельзя так нельзя. Оно и не работает. Работает. Варя, это твоя рука? Нет. Весь наш завтрак сейчас съест. Да что завтрак? Куда она нашего Арчи дела? Девочки, за мной. Потихоньку. Я к Кощею, а вы ищите профессора и Марлен. Кощей Кощеич! Профессор! Марлен, нам нужна помощь! Пожалуйста, откройте! Вы превзошли сами себя. Изумительные цветы. Кощея нигде нет. Профессора тоже. Она их всех съела. Это же шапочка профессора. Девочки, а где Соня? Она проспала, как всегда. А потом она пошла завтракать. Бежим! Настоящая черная рука! Это вы столько конфет съели? Вы же испортите себе желудок. Ну или не желудок, но столько сладкого есть вредно. Знаете что? А давайте мы вместе с вами пельмени поедим. Шш.
Я немножко сметаны добавлю. Вы не против? Соня, ты что делаешь? Ой, девочки, а зачем вам швабры? Соня, бежим. Она съела профессора. И Кощея, и Марлен. Да вы что? Они цветы перед школой сажают. Ты их видела? Ну да. Меня еще профессор попросил его шапочку внутрь занести. Боится ее запачкать. Но нашего Арчи она точно съела. Мы все это видели. Это правда? Арчи! Мы тут за тебя переживали, а ты все это время печенье уминал. Соня, она тарелку утащила. Да ладно, пусть. Я же для нее готовила. И как тебе это в голову пришло? Ну, понимаете, ее же все боятся. Помните эти истории про черную руку? А я подумала, может, ее нужно просто накормить? Сейчас мы подробно разберем схему волшебного преобразования света. Прекрасно. Я вижу, что некоторые из вас справились с дополнительным домашним заданием. Но прежде чем продолжить, я хотел бы напомнить вам о примечании в конце параграфа. Свойства черного цвета рассматриваются на высших уровнях волшебства из-за сложности его составляющих. Поэтому начинающим не рекомендуется его использовать. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Царевна лягушка. Огонь, разгорись. Защита, растворись. Игла без смерти явись. Смерть Кощея, покажись. Девочки, не отвлекайтесь. Тема нашего урока – ваш волшебный талант. Можно я? Меня спросите? А я копии умею делать. А я морозить умею. Стоп, 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 стоп. К доске пойдет... Василиса, прошу вас. Давай, не бойся. Попробуем все вместе разобраться, каким скрытым волшебством обладает наша Василиса. Если у нее лягушачья фамилия, значит она... Подумаешь, лягушачья фамилия, это еще ничего не значит. Подожди. Василиса, да ты чего? А что я такого сказала? Да, как непросто с девочками. Ну что ж, встретимся после перерыва. Да что ж такое-то? Дверь этой пещеры никогда не откроется перед злым сердцем. Тьфу ты, какая старомодность. Где я вам доброе сердце возьму в наше время? Так, не то. Давай, давай, на меня, держись, держись. Да нет в тебе ничего лягушачьего, совершенно ничего. Лягушки вообще холодные, скользкие, с пупырышками, фу. А ты очень красивая девочка. Красивая? А что тогда во мне волшебного? Волшебная красота. Вот и доброе сердце, как заказывали. Но вначале я стану одной из вас.
А теперь за добрым сердцем. Мы что-нибудь придумаем. А я, между прочим, знаю, как волшебные способности поменять. Правда? Конечно, только чур больше никому. Я знаю тайную пещеру. Там хранится шкатулка, а в ней ключ к волшебным способностям. Бери любые, какие захочешь. Обморозительно. Дашка, ты настоящая подруга. Да ладно, чего уж там. Пойдем. Даша, подожди, это же не мне надо. Василиса, ну что ты? Пойдем. Стану девочкой-мотыльком или нет? Птицей буду летать или нет? Может, лучше в цветок превращаться, а вдруг сорвут? О, как это сложно выбрать себе волшебные способности. Даш, ты чего? Пусть она открывает. Но это же мне нужно. Не смей со мной спорить. Ладно, ладно. Девочки, не ссорьтесь. Это же яйцо с иголкой, а в ней бессмертие Кощея. Теперь я стану бессмертной, а Кощей нет. Дашка, ты чего? Откуда у тебя метла Иги? Баба-Яга! Бессмертие утонуло! Что же теперь будет с Кощеем? Нужно как-то достать эту иглу. А я не умею плавать. А я плавать умею. То есть, нет, то есть немножко, когда я... Что же делать? Какая красивая! Девочки, не думал, что вы у меня такие настоящие герои. И не побоялись ведь? Если бы не способность Василисы превращаться в... Ой! Да ладно, я же все-таки царевна-лягушка. Ну просто лягушки-то совсем некрасивые. А ты красивая, я же видела. Да, с такими ученицами мне бояться нечего. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Пятница, 13-е. Ну что, вроде спят. Все, ушли. Суженый, ряженый, приди ко мне. Стой, нам не просто суженый нужен, а принц. А на принца короной гадают. Смотрите. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Покажи дворца окно, там, где милого лицо. Ну? Что-нибудь видно? А где принц-то? Видно что-нибудь. Сейчас, сейчас, куда вы так спешите? Ой, да понятно уже все с твоим принцем. Ой, девочки, это карты, что ли? Откуда они у нас? Давайте лучше на картах гадать. Вам шах, господин директор. Шах? Да, действительно, опасное положение. Опасное. Я знаю отличное гадание на даму пик. Страшное. Зачем нам страшное? Нам же романтичное нужно. Что это она летает? Это что, такое гадание?
Господин директор, уж полночь. Да-да-да, близится, а Германа все нет. Сейчас, еще немного. Пока вы думаете, я, пожалуй, загляну еще раз к девочкам. Все-таки пятница 13-я. Хорошо. Где она? Куда-то делась? Только этого не хватало. Гадали, значит. А я вам что говорил? Ни в коем случае. Особенно сегодня, в пятницу. Куда делся профессор? И зеркало разбилось. Смотрите! Бедненький. Ты что? Вдруг зеркало тебя тоже втянет? Ничего не втянет. Оно же разбилось. Давайте сложим осколки, вдруг мы сможем освободить профессора. Быстрее, помогайте. Вот это сюда. А это сюда. Вот так. Ура! Получается. Профессор, давайте. Нет, что-то его не пускает. Видите, у него не хватает кусочка хвостика. Ой, точно, одного осколка не хватает. Быстрее, ищем осколок. А не надо вам ничего искать. Я уже все нашла. Баба-яга? Вот ваш осколочек. Видите? Я знала. Я знала, что вы не станете слушаться взрослых и все сделаете по-своему. Пожалуйста, отпустите профессора. Сейчас. Зачем вам профессор? О, он мне совершенно не нужен. А нужна мне... Это ведь ты обещала отдать зеркалу свою корону. Зеркало, отдам тебе корону. Да. Вот и хорошо. Ты отдаешь корону, а я вам хвостик вашего любимого профессора. Ну как, пойдет? Ну как же, если я отдам корону, то я уже не буду царевной. Зато я стану царевной и буду править твоим царством. Думай. Времени до рассвета много, пока петух не прокукарякал. Волшебная карта! Превращай меня в царевну! Я настоящая царевна! Ла-ла-ла-ла-ла! Я настоящая царевна! Шу-би-ду-би-ду! Хватит! Отдавайте осколок! Осколок? Какой еще осколок? Все! Я полетела править своим царством! Что? Вы же обещали! Ой, а где моя метелка? Метелку забыла, представляете? Девочки, окружайте ее. Мы не должны выпустить ее отсюда. Кукареку! Что такое? Кукареку! Кукареку! Не может быть! Только недавно пробила полночь. Помогите! Так вам и надо. Мне не выбраться. Я навсегда останусь в карте. Отдавайте осколок. Вот, заберите своего профессора. Только вытащите меня отсюда. Профессор, все в порядке? Вы как? Мы так за вас испугались. Как вы себя чувствуете? Помогите, у меня еще корона есть, возьмите. Профессор, я же спасла вас. Варя, это был царский поступок. Я больше не буду. Кукареку! Петух-то не настоящий! Провели! Обманули! Профессор, что-то вы быстро как-то. Я даже не успел. У девочек все в порядке? Да, почти. А, ну, хорошо. Вы знаете, мне нужно еще немного подумать. Конечно, господин директор. Ой. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал.